человеколюбец, благословите и простите отцы, братья и сестры. Епископа Константинопольского Нового Рима, Вселенского Патриарха, святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, всечестного игумена Иеремии, священные архимандриты обители сия с братьи, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Thank you.
и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. С особым чувством совершил я сегодня божественную литургию в этом храме, в центре нашей духовной жизни Пантелеимонова монастыря, где многие поколения иноков, предстоя пред Господом, постоянную творили молитву за Отечество наше, за народ наш, за спасение душ человеческих. Афон, отделенный от всего мира, уже чисто природно являл всегда некую духовную неприступную крепость. В самых тяжких обстоятельствах исторических, здесь, несмотря на агрессию, оккупацию и различного рода военные конфликты, теплилась свеча православия и молитвы за весь мир. И сегодня у Афона, как и прежде, особая миссия. И вот, может быть, для того, чтобы лучше понять смысл этой миссии, следует обратиться к словам Евангелия от Иоанна, которые мы слышали за божественной литургией. Хорошо всем известна история с насыщением 5 хлебами 5000. С каким восторгом люди восприняли это чудо. Они были голодны, и их накормили. Чему же учит нас эта евангельская история? Во-первых, она учит нас тому, что мы можем у Бога просить не только о духовном, но и о материальном. Господь посылает нам не только по молитвам, что возносим мы о своих грехах, но и о наших человеческих просьбах. Но еще чему-то нас учит эта история. Вот этот энтузиазм людей, это особое отношение к Спасителю, которое многократно усилилось после умножения хлебов, свидетельствовало о том, что они в нем видят чудотворца, пророка, который в первую очередь способен решить их земные проблемы. Ведь после воскрешения Лазаря народ встречал его с таким восторгом, думая, что в Иерусалим вступает вождь, всемогущий вождь, который способен избавить народ израильский от ненавистного римского ига. Но мы знаем, что произошло, когда Господь явился им не в славе и не в силе, а посрамленным, окровавленным, униженным, как возроптала толпа, с каким гневом она требовала смерти, видя в Господе, предающим себя в жертву за род человеческий, обманщика, он не оправдал надежд. Он не избавил народ израильский от иноземного ига. Он тем более не может никого больше накормить. Нечего от него ждать. Весь, как говорят, кредит доверия исчерпан. И его отдают на распятие. Вот и сегодня в человеческом роде популярен тот, кто много обещает людям благ в этой земной жизни. На выборах выигрывают те, кто больше обещают. Неизвестно, выполнят или не выполнят, но обещают. И люди верят и голосуют. И авторитетами становятся те, от которых что-то можно получить для этой жизни.
Построение этой земной жизни является абсолютным и всеобъемлющим приоритетом для большинства людей. Но Христос-то пришел для другого. Он же пришел со словами: «Покайтесь, потому что приблизилось Царствие Небесное». В центре его проповеди, при всем том, что он помогал людям в их физических скорбях, недугах, содержится самое главное – призыв к стяжанию Царствия Небесного. А значит, достижению тех целей и ценностей, которые не ограничиваются человеческой жизнью, которые превыше всего. А это означает, что если люди теряют эту перспективу жизни, если они теряют эти приоритеты, они уходят в сторону от Божьего замысла о человеке. Даже находясь на Святой горе Афон, вы знаете, что происходит в современном обществе и в современном мире. И не следует об этом много говорить. Какие-то остатки религиозной жизни во многих странах вытесняются на обочину или загоняются в узкое пространство личной жизни. Нет места вере в жизни современного общества. Оно увлечено другим. Построением человеческого благополучия. Но мы знаем, чем больше люди вкладывают сил, средств в построение этого человеческого благополучия, тем оно все дальше от них уходит. Они хотят схватить эту птицу счастья, а она выскальзывает из рук. И так будет до самого конца. Потому что нет человеческого счастья, нет блаженства без того, что Христос открыл нам. Ради чего Он пришел в этот мир, ради чего пострадал и во имя чего воскрес. Во имя прощения грехов и жизни вечной. Находясь здесь в стороне от житейской суеты, хотя и житейская суета прикасается к Афону, но тем не менее вы сохраняете способность видеть, чувствовать главный приоритет жизни. Потому что вы отказались от всего того, что дорого людям. От денег, от материального благополучия, от семьи. От всего того, что ради чего человек трудится практически всю свою жизнь. И это открывает вам, с одной стороны, особое видение и понимание того, что Слово Божие непререкаемо, что это не некая философская ошибка, а это действительно откровение божественное о смысле и цели человеческого бытия. Вы это чувствуете своей жизнью в молитве, и потому на вас особая ответственность – молиться за весь мир, не только за себя. Каждый день и в личных и общественных молитвах молитесь о роде человеческом. Молитесь, чтобы Господь продлил человеческую историю, чтобы дал возможность людям прийти к покаянию. Молитесь и об Отечестве нашем, которое сегодня несет особую ответственность, в том числе и за сохранение православия. Мы знаем, что враг рода человеческого восстает на церковь. И до вас, может быть, доходят отзвуки этой тяжелой борьбы. Мы там, на переднем крае этой борьбы. Но как нам нужна ваша помощь, ваша молитвенная поддержка, ваше ежедневное, ежечасное памятование о народе нашем,
о церкви нашем и о всем роде человеческом. Пусть мои слова никого не приводят в смущение и ни у кого не вызывают чувства гордыни, потому что Бог слышит молитву только смиренного сердца и сердца чистого. А это означает, что внутренняя работа над самим собой, над очищением себя от всякой скверной плоти и духа, и сегодня, как и всегда, является главным духовным деланием инока. И через это делание каждый из вас преодолевает притяжение греха и становится способным чистым сердцем возносить молитву к Богу. Мы верим в неприходящую молитву святого Афона. И просим, чтобы Господь оградил гору сию, обители, от всякой скверной плоти и духа, от всяких лжеучений и от всяких соблазнов века сего. Чтобы вы оставались всегда способными хранить чистоту православия и чистоту своих сердец, чтобы видеть Бога и обращаться к Нему с горячей молитвой. Покров Пречистой Царицы Небесной да пребывает со всеми вами. Аминь.